Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами. А вот он. Пойдем, брат, пойдем, пойдем. Стой, брат, чё стоишь? Пойдем, брат. Чё за шмотка? Пойдем, посмотрим, обо что есть. Чё, похоже, да? Да вот так же, курточки чисто, штаны. Пойдем, пойдем, покажешь, как раз, мы не место. Ты откуда, здесь? А, мы из Перенесения. Пойдем, брат, тут будешь? Да, пойдем, посмотрим, чё есть. Шарик. Ракетку поиграй, да. Ракетку, главное. Один раз днем играй, один раз утром и один раз ночью. Главное не заигрывайся. Понял, что ты понял? Ракетку поиграй. Я только сейчас понял. Сейчас понял. Брат, ты знаешь, как готовился? Так, Сура. Прям именно, понял? Это Рома. Рома, привет. Ром, брат, там, короче, нужны шмотки. Ром, смотри, нужны шмотки, брат, такие, бро, прикольные. Такие, бро, вот ты Mad Max смотрел? Что? Mad Max, смотрел Mad Max? Не. Mad Max, брат. Mad Max? Да. Смертельные гонки смотрел? Не. Фильм? Не, не видел. Шмотки нужны, такие шмотки. Такие фриковые, понял? Такие, знаешь, фриковые. Вот знаешь, вот одеть, вот прикинь, ты в интернете, вот держи телефон. Вот так, ты прикинь, хорошо. Смотришь стрим какой-то вот, в телефоне так, вот, хорошо. И дома на так, туалете, так. Вот так сидишь. Спасибо. Чтобы вот смешневки поймать, чтобы клёсно так, было. Вот так, вот так. Ну, я боюсь что-то нажать, тут мало ли, бронюк, да. У вас тут много чего. Да. Я сейчас обосрусь. Ну, вообще, что-то такое, чтобы нас все посмотрели и сказали, вот так, типа. Вот так. Прям. Да. Ну да. Ну не так. Ну прям. Не так, ну ладно. Ну, чуть-чуть. Вы. Ну типа вы. Дураки. Нет. Ребята, вау, на них. Вау, ну вот вам нужно какие-то шутки. Клёсно. Чего? Клёсно, чтобы было. Клёсно. Это на персидском. Классно. Ты его не слишком много сидел. Вам нужно сочетание с юмором. Да. Да. Вот зеленый цвет. Не, шма, не то. Вот зеленый цвет. Что, прячешься в кустах, сейчас зима, брат. Зеленый цвет. Надо что-то такое. Симбров. Я уже вот походу вижу. Лапшан? Пойдем. Вот я уже. Пацаны, идем. Пойдем. Нашел. Вот, брат, вот, Сэм, вот. Вот. В каком городе? Красный, не то, брат. Бэтмар, как кошмар. Бэтшал, бэтшу. Вот, Сура, нашел. Вот это... Слушай, брат, почему мы как клоуны должны одеваться? Давай, что? Нам же что не клоуны. Такое, что понял, ну вот. Вот такое, типа. Вот такое. Клад, я тебе клянусь, я пришел. Я говорю, помните, мы типа заселялись, как? Нет. Ну те три на куртках таких ярких. Да, помню. Нас по курткам узнают, брат. Пойдем, что такое делать. А вы золотая, пацаны. Вау. Вот, что там, Роман? Брат, на урага, брат. Ну вы же сами хотели. Такое. Не, брат, тоже за. Да. 9000. За другой. Колумбия. Или хлеба. Колумбия, брат. Какие-то блогеры? Да, да. Чисто блогеры. А вы какой-то, да? Да, вот, вот. Смотри. Блин, всем привет. Это Роман Александрович. Я встретил блогеров. Я уважаю комедию, там, ТНТ, да. Там. Мы на ВК. Мы работаем. Вы тоже комедия? Да, мы в ТНТ работаем. Михей, вы знаешь Аллу? Нет. Женька моя. Ну, блин. Оценку. Оценку, Роман Александрович. Оценка 9 из 10. Джон, а 10 когда? Один балл где пропал? Сначала нужно... Брат, а как же вот это? Это? Сразу же 10 из 10. Секунду. Нужно, чтобы человек сам нашел одну гайку плюса. Одеть, оценить и просто полюбить такую куртку. Давай, как скажешь. Серьезно. Он правильно говорит, знаешь? Роман, одну гайку плюса. Держу. Так. Гайка. Аккуратно. Аккуратно, брат. На М5 есть быстро. Вот в этой куртке можно двигаться, бегать, смеяться и просто кайфовать. Она нормально, тепло. И как? Как будто она... Как будто она... Ну да, размер. Не это, понял она? Да, размер больше. Ну да. Как вам, Роман? Нормально. Заруга. Сочетание просто двигаться нормально. Она не теплая? Ну, она не... Позитива, и все будет. Да я просто так забрал. Она вообще не теплая. Да. Да, вот смотри, она вообще не теплая. Не теплая? Не хватает буквы В. Серьезно? Чтобы согреться, мы должны, от этого нужен спорт. Спорт, брат, я тренируюсь. А ты на своем канале более очкошник, чем здесь, слышишь? Какой, б***ь? Во-во-во. Пацаны, они не теплые, ну потом что? А? Они не теплые, не, брат. Не, шма. Они не теплые, парни. Не, дорого. Дорого. Лиц, о, густа-то хорошая. Шма, вот же, голубые. Вот, классно.
Вау. Я хочу посмотреть, потому что это наше. Сэм! Сэм! Смотри! Предложение охуенное. Она 8 тысяч стоит. 8 500. Вообще, сейчас скидку убью. 18. О, да, мне нравится. Что надеваешь? Роман, проверка? Роман? Не, это маленький размер. Маленький размер? Вот, наш. М-ка. Да. Роман, ты будешь примерять? Не, ребят, давайте будет. Я не особо. Да, да. Предложение. Да? Сразу после. Да, да. Хочешь? Да, конечно. Давай. Да. Да, да, надо. Да. Ну, а ты, да, сразу? Да, да, брат, у нас Bluetooth. Давай его с нами возьмем. Отвечаю. Ром, слышишь? А ты сегодня занят? У нас тебе есть охеренное предложение. Какое? Что делаешь? Гуляю просто. Брат, слышишь, тебе куртка нравится такая? Да нет, да, блин, ну, куртка прикольная. Ну, сколько из 10? 10 из 10. Красный с белым идеально сочетается. О, хорошо. Еще черные штаны просто. Брат, вообще, брат, бомбочка. Мне кажется, вообще топ смотрится. Да. Мы так просто а носим. Не будем брать или нет? Зачем? Я тоже не буду. Нет. Этот, утеплитель. Просто обувь нужна и все. Хорошо. Решим. Так, давай. Я следующий, да? Да. Я же Роман, дай пройду. Проходите. Проходи. Я с обувью снимаю. Так, Роман, вам тоже надо примерить. Мой подарок. Да, надо, пацан, надо, надо. Да, Роман, примерьте. Ваш размерчик. Взять надо. Впервые такое дело в магазине, ну, давай. Примеряешь одежду? Подарок от кинокомпании, да, брат наш. Компания называется одна ю... Чего? Урдула. Компания стая. А где вообще учитесь, Роман? Я просто ищу маленькую подработку. Подработку? Ну да, маленькую. А магазин. Сколько лет, если не секрет? Мне 19. 19? В марте будет 20. А, 8 марта? 52. 52? 52 марта. А, 52. Вау. 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 И как же перчатки. Это и перчатки сразу, понял? Так, как так, вам размер? Как вам? Мой размер прикольный. Так, надо тепло. Вам зеркало надо посмотреть на себя. Зеркало, где зеркало? Вон, вперед. Вон сзади. Нормально. Брутально. Нравится? Гламурно, по-пацански. Главное, что как? Главное, по-пацански. Да. Это в точку. Я чувствую, как Павел Воля из Comedy Club. Красный с белым вообще все. Да. Респект и увожу. Надо мне тоже, подождите. Нормально. Нет, мы как команда КВН вообще. Так мы так и есть. Я как сын плавленный вообще. Мы не так жестко шутим. У нас есть Дмитрий Гиханов в КВН. Держал? Держал. Я думал, что я один такой позитивный, а вот целая раса. Да, да. Целая раса. Сыр плавленый будешь? Вообще спортом занимаешься? Я, да. Нормальный подарок. Буду начинать. 16 тысяч стоит. Каким? Увечь. Дота? Не, не Дота. Слушай, бег там. Здорово, брат. Подписчик. Здорово, Саша, брат. Ренат. Здорово. Я знаю вас. Ага. Как? Спасибо, брат. На зеленый. Как спорт на оценку сделай, брат. Бомба, конечно. Спасибо, брат. Большая моя идея. Все, наша. Стая в деле? Я бы больше взял бы себе, чтобы удобно было. Ром, что-то недовольный. Я просто думаю. О чем? О чем? Не знаю, о позитиве. А, все, понял. Просто... Что-то ты не на позитивный позитивишь. Ну, где-то большая. Ну, зато теплая. Шмак, как будто размер меньше надо. Давай нет? Размером поменяемся. А вот большая. Вот это меньше, нет, Сэм? Нет, тебе нужно больше или меньше? Меньше мне нужно. А если ты скажешь, какой ты размер взял, Роша? М-ка, брат. А у тебя? М-ка. Тогда Эльку давай мне. Нет. Ну ты же хочешь меньше. М меньше, чем я. Ну давай посмотрим. 54. А тебе 52 надо. У меня 50. Тебе нужно 52. 52 нету. Пускай один. Давай есть у меня. Ну вот 52 у тебя. 52 у меня, брат. Как это нету? Как это не бывает? Вот написано же. А, у тебя 52-то. На, бади. Потому что я 52. Я же в Питере, брат. Не, хорошо, тебе 52 надо. Ну с одинаковый размер. Так ты 52. А? Да. Ну, складе, наверное. Или вот здесь что здесь написано? 52. Да здравствуй. Петербург. Что, можем пойдем по штанику найдем? Пойдем. Подожди. Что-то еще будем брать? Брат, утеплитель на ноги и все. А что, что? По не, у него верх такой же, как у меня. Пойду? А? Мы же тебе, мы тебе подарили, все. Все, брат. Ребят, я за это платить не буду, но я не буду. Не, мы оплачиваем. Подарок, брат, подарок. Подарок. Да. Сейчас на кассу вместе пойдем. Да. Серьезно? Да, да. Я же, а ты что, думал, мы шутим, что ли? Все, пойдем, мы оплатим, не переживай, брат. А, 52-й сел, да, как будто? Оу. Да.
Все. Все, пойдем, брат. Все, Элька. Ну что ж 52 взять? Нет, уже все, брат. Все, а тебе этот размер, брат, зачем тебе больше? Вот смотрите, какую хорошую куртку. У меня еще вот эта глиссада. Глиссада и эта глиссада, поняли? А, у шмака как будто надо. Зиму, летом. Нельзя покупать 14 кимоно. Брат. Ну просто для красоты можно летом взять. Лето? Да. Кимоно, Михаил? Да. А, поправит, да? Да, по-любому, брат. На какую-то другую тему. Понял, что за тема будет? Вон там. Да, да. Все, так. На ноги утеплители шма. Это термоядерное белье. У Романа Александровича тоже все при себе. Ты заметил, да, куртка под, прям по тебе, под рюкзак? Ну да, все. В смысле, у тебя была? Роман, где куртка? Вау, куртка такая. Роман, видишь, не справился, брат. Первое задание дали тебе. Ну ладно, Роман, вообще в целом увлечения какие? Машины любите? Увлечения, да. Машины нет. Любите? Мне... Нет, я машины не особо. А что вы любите вообще? Велосипед. Да. Я хочу купить боком себе едете? Велосипед. Чего? Боком, ну дрифт, дрифтите. Нарушаете правила дорожного движения? Не-не-не, я только на кровати спу. А как относитесь к тем людям, которые нарушают правила? Они должны отвечать за это. Все правильно, все по факту. Как говорится, безответственное вождение автомобиля. Чего? Не нарушает правила дорожного движения. Слово пацан смотрел? Слово пацан смотрел? Я видел рекламу. Все, сегодняшний день ты Adidas. Нет, он... У меня плащ есть. Красавчик. Улица? Да. Улица чего? Теперь ты будешь платить за асфальт. За что? За асфальт. За асфальт, брат. Ну, типа налоги. Налоги? Да. Я что, депутат, что ли? Здравствуйте, да, выбрали. А термуха есть у вас еще, термуха на ноги? Термобелье снизу. Ну, вот еще термуха нужна. Что, наверное, будет брать? А, в приложении можно по скидке 12%. Хорошо, мы пробьем через скидку. Это не снимайте, да? Не-не-не. Нет, себя снимаю. Себя снимаю, да. Себя? Да. А скажите, где термуха, пожалуйста? Да. Ювентус в итоге болеешь или нет? Состав можно назвать? Здесь, красавчик. Красно-белый что? Сэм? Красно-белый. Щетки делаешь, ма? Да, не, аккуратно, курдулу. Вот. Зиенер. Да зачем дешевле, брат, за 500 рублей? А нет уже, брат, дешевле. Вот, 1000 рублей, вот. Ну, они все 1000 рублей. По скидке пробьем. Через приложение сделаем. А приложение есть наше, да? Конечно, но да. Только так покупаем. Мы, чтобы понимали, столько спортмастер. Зачем нам не холодно на улице? Брат, палку когда держишь, руки-то будут замерзать. Сейчас время. Два. Ну, по-любому, писать. Только когда 8 вечера будет. Согласен, да. Здесь полностью. Элька есть? Со своим другом. Я? Как считаете, вечером будет холодно, Роман? Вечером? Да. А вы вообще где живете? Сам один? А ты один живешь? Один. А? Я с вами живу. С вами? Да, все, с вами. Все правильно, брат. Все правильно. Руки вверх. Нет, ноги вниз. Завтра будешь коммунист. Знаешь, что такое? Ну, слышишь. Все, я нашел. Сейчас с помпоном по-братски. Шапки с помпоном нужны, брат. Да? Как у лыжников, да, будет. Да, да. А, вот, один, возьми меня, да? Три, да? Ну куда один, ну, да? Роман, подержите. Или наши шапки возьмем. Расснимайте. Нет, шма, с помпоном. Прикинь, как мы будем со спины идти с помпоном, на голове. А ну. Имба. Четко, брат. Четко? Роман. Роман, оценку. Оценку? 10 из 10. Помпон — это ваша тема, ребят. И позитивно. Роман, побоксируйте с ним. Побоксируй, Роман. Давай, вот так. О, Роман. Все. Роман. Брат, я понимаю, что он маленький, но не надо обижать маленьких. Что, тоже берем? Конечно, брат, ты что? Ну, одень. Не знаю. Я не могу натянуть, брат. Одень. Надень ему. Одень. Не, надеть на себя, одеть кого-то. Заеб***, натяни. Помоги, ну. Ты тупой? Ты что, не можешь одеть? Ну, кстати, похуй же. Прическу. Прическу испортил? Да, вот прическа. Сын, ты чистый? Зело, да. Шма, четко, в натуре. Зело, бас. А? Возьмем, ладно. Пойдем. Хороший кассаж. Ты можешь наглую давить, есть побольше размеров? Размеров больше нет. Здесь мы с девушкой. Да, мы уже с девушкой. Мы ее. Война. Мы ее. На вас борются. Мы с девушкой. Так. Термобелье какое? Самое дешевое. Самое, вот чтобы дырявое было. Синтетика или... А, у я голкипер, знали? Здесь дешевое, да. А, у я голкипер, я знаю, как выбирать перчатки. Так, что у нас тут есть? По старинке надо вот, плюнуть, вот, посмотреть, брат, какие вот, лучше. Вот. Рима? По-любому хороший. Роман, что-то еще нужно? Ничего не надо. Чисто, что хотел? Что-то хочешь купить? Нет. Точно? За покупку спасибо. Не, за что. Как говорится, меру потребляй. Спасибо. Что? Да, в меру потреблять, понял. Вообще надо в меру потреблять.
Что, может, здесь есть магазин какой-то похавать? Кушать не хочешь? Ну, вот это как у меня. Это на мне сейчас. Да. Хороший? Да, конечно, нормально, бля. А это синтетика или полка? Спроси у нее, я не знаю. Я такой покупал. Это у меня для горнолыжки еще, когда катался. Роман. Я сделал коронный жест. Что сделаешь? Вот так. Твой жест коронный? Это коронный жест. А что он обозначает? Позитив. 276 рублей сколько? Е-е-е, позитив. Как говорится, а именно вот так надо? Сколько бы ты ни занимался, не забывай. Девушки, брат, запомни, пока тебе 19 лет, я учу, девушки полюбят этот жест. Это поверь правильно. Мне. Вот хорошо. Девушки, девушки любят была. Позитив. Ты ее. Да. Прям. Да, да. А сколько да. раз? Ой, извините. Опа. Три раза за ночь? Да. Не так. Это не можно. А в подъезде? Будешь, а нет, возьми можно? Просто М-ку. О, можно М, пожалуйста? Надо есть, да, не уже? Я что-то тихо подустал. Реально? Это было такое? Уже устал? Вот так, типа, да. Типа ты в нее. А потом? И потом... Это бабушка, что ли? Не, типа... Что это такое? Что это? Ну, типа ты... А, это какое-то послание, что ли? Я помещу сюда, да? Конечно, поместится, да. Чуть ли тебя поместится. Ну, не когда, понял, здесь давит. Шмат, ты прям сейчас хочешь одеть? Где? Где же в этом? Он же в этом уже? Че? Ты же в подштанниках уже? Да. Все, давай быстро все вместе оденемся, поехали. Верхушку не надо, просто подштанники и все. Да, да, подштанники. А будем обувь брать? Нет. Как будто обувь нужна, брат. Да? Ну, чтобы все в кипе были бы. Прикинь, я в форсах, ты в этих данках или как это? Я пойду подберу пока. Ой, пока это... Мерить или не мерить? В машине переоденемся, просто на улице. Да, да. По-любому. Да, да. Обувь, я не знаю. Я просто вот чурап, видите, снизу одет. Мне не холодно вообще. Хорошие такие. А как зайти? С улицы, да? Рома, наверное, знает. Рома? Рома? Ты знаешь, где фудкор здесь, брошка? Нет. А ты местный? Да. Устал, Рома? Обувь. Да. А ты вообще куда шел, Ром? Просто сюда зайти, посмотреть, что здесь есть. Просто погуляй. Рома, Рома. Термо первое тоже, да, берете? Да, давайте. А, да, вот здесь, да. Футбол смотришь? Ну да, смотрю по телеку. Реально? Да. Увлекаешься или так? Ну так, болею за Зенит. За Зенит? За Зенит. Ну. Да я как бы не особо знаю оттуда, но вот так вот честно. А ты знаешь, что такое ОУКБ? Знаешь, что такое? Да, впервые слышу. Ладно. Ну, Роман, как говорится. Я просто болею за Баварию Мюнхен. Ну, слыхал? Слыхал? А ты за кого, бро? За Зенит. За Зенит. Все правильно. Что, бело-синий. Спартак чемпион. Шапка есть? Шапка. А что не ночью? Ну, боюсь испачкать его. А что в куртке Спартака ходишь? Это красно-белый кузнец. Буквы. Да, брат, вот тут. Здорово. Какое? Здорово. Ну, на ноги. Здорово. Где-то мы что, я где-то тебя видел. Видел где-то? Здорово, да. Никитос. Не узнал? Да узнал. Ты меня в доте оскорблял. Да, конечно. А что там, ботики нужны? КС. О! И бутылка Рома. Просто идеально. Роман. Как говорится, Рома. Рома, Роман, мужчина всей моей жизни. Да, я сочиняю Роман. Рома, Роман. Хватит, сейчас портить. А, не забить, да? Ой, не забить, да? Да, обувь. Что такое, знаете, чисто вот на. Ус. А, не забить, да? Ус, ус. Не забить, да? Роман. Оу. Вот она, вот она, вот она летит. На. Мужчина. Что, потелка видел, Роман? Потелком? Нет, я вот. Сегодня пал. Что ты делаешь? Да в не... кармане. Это пугает. Да заеб... Сегодня, может быть... Я сегодня пас, я сегодня пас. По стопочке, блядь, заебал. Да хоть по две, сказал пас. Я сказал пас. На вес. Сегодня летет. Передача. Ебал, так ты выходной. Пойдем нахуй, борща. Я спать хочу просто. А что ты не спал опять? Где ты нахуй шлялся опять? В магазине был. В каком? Перекресток. И что покупал ты? Я учился работать. И что, научился? Да, 2000 дали. Ох, ты заработал. Это было, как это называется? Стажировка. Стажировка? Да. Задолгаешь 5000, брат? Все, блин. За стажировку 2000 сутки? А где так платят? Рома, блядь, тебе надо купить, мне кажется, теннисный. Всякий прикол. Ау. Дай телефон. Покажи. А,
Где мы будем, поедем? Поехали. Роман. О. Пойдем, брат, мы с тобой будем выбирать нам обувь. Давайте. Пойдем, Роман. Рома, а как тебя по фамилии? Королев. 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 Я знаешь кто? Кто? Ренат Хурма. Поздравляю. Да. Пойдем. Ренат Хурма. Да, пойдем. Нам нужна какая-то хорошая обувь. Хорошая брат, обувь. Брат, представь, он Королев. Повязка бустера нужна? Чего? Чего? Сэм, он Роман Королёк, а я Ренат Хурма. И что? Мы узнали друг друга еще. Брат, мне кажется, мы с тобой уже слишком хорошо знакомы, и надо будет дать по стопочке. Мы мораль друг друга брат, знаем. Стопочки. Ты позитивный, стопочку, я позитивный. Стопочку ебанём. А, блин, братан, а сегодня выходной, никакого пепси. Ну, пепси. Ну да. Реально любишь пепси? Да, пепси. 2015 года пил. А клубника мохито клубничная? Не-не-не, это попозже. Ты, блядь, смотри, нахуй. Нет. Брат, не все нахуй, завязки. Ну, может, у газа собираются в желудке. Да, да я знаешь, как в туалете летал от этих газов вообще. Нет. Дай бог каждому. Слышь, пойдем. Лево, поехали. Если будем себя плохо чувствовать, возьмем, да. Купим. Согласен. Пойдем. Роман. Что? Ты понимаешь то, что ты грубый? Я знаю, что я грубый. Ты потому что нравится, да, девушкам таким? Да? Роман. Здрасте. Девчонки, срочно иди сюда. Смотрите, это есть Роман. Это наш друг. Сколько вам лет? 14. Удачи, ребята. Удачи, ребята. Не подошли. И уже великое будущее. Дай бог. А как тебе вообще? Да так нормально. Подойдут. Ты, я смотрю, блядь, знаешь, тоже... Да, да, мне нет, нравится, когда девушка носит красный смокинг. Серьезно? Да. А я люблю... когда и люблю. Да, да тоже всегда. Такое есть. Ну, блядь, ты, блядь, еще тот еще, блядь. Да? Бабник. Понятно. Вот зубы заговаривают. Рома. Может, красно-белый поедем? Ромчик. Че? Пошли в КБ. Может, красно-белый? Может быть, все-таки по стопочке? Не, потом, брат, потом. Потом. Рома, ты вообще пьешь или нет? Нет, я пью только пепси. 2015 год, между прочим. Только пепси? Да, только пепси. Брат, а ты какого года рождения? 2003-го? 2004-го. Так тебе 20 будет? Да, в марте. И старый ты поставил? 10-го? Да. Ты что, водолей? Шапка тоже? Да, рыба. Да, они одинаковые. Может, по пиву? Да, не, трое. Только квас. Три одинаковые. А квас какого года квас пьешь? Можно посмотреть? 50-й. 2019-го. Ты как будто употребляешь, да, уже давно. Конечно, типа того. А что, был? Что ты так скинул? Что ты как... Что? А, да. Я просто в кайф вошел с Ромой разговаривать. Вау, Роман. Роман-то я смотрю на опыте. А, и Романа еще пропикай. И Романа пропикай. Рома бесценен, как говорится. Рома, Рома, Роман. А вообще, Рома часто приезжает сюда? Ну, я тут только зайти посмотреть пришел. Вас встретил. Видишь, как ты вовремя? Ну да, бывает так. Ежедневник ведешь? Нет. А ежевнедельник? Нет. Я все уже, да? Ежевторник. Ежевторник? Нет. Брат, вот у тебя, скажи честно, настроение понятно, ты мы тебе делаем подарок на Марк. Да, ребят, спасибо большое. Я вас серьезно понимаю. Ты наш ребят, пацан Роман Королев. Я Ренат Хурма. Это Равшан Персик, а это сам был мандарин. Не, арбуз. Арбуз, персик, здорово. Здорово, Хурма. Ой, я Хурма. Пойдем, Королев. Пойдем. Ну, получается, братья твои урны. А нам на кассу? Давайте. Хорошо. О, Лилия Листова. Все сделаю. Прикинь. Роман. Понимаешь то, что в мире есть много хороших людей, брат? Я верю. Хорошие люди находят хороших людей. Ты тоже хороший. Спасибо большое. Я желаю вам удачи. Голодный, Роман? Че? Голодный? Нет. Пойдем похавай с нами же. Да, ребят, ну, мне уже... Да, Роман, ты блядь, опять начал. Ну, я знаю. Я, ребят, я просто спать хочу. Я просто... Чей чисто? Вообще, в соцсети ведешь? Нет. Давай, пока никто не видит, в футбол поиграем. Давай. Это что, я справа? Че, блядь? Я справа. Футбол же ногами играет, ты почему руки? Хорошо, давай бросай мяч, я пинал. Давай. Давай. Братан, ну кто играет? Крученый, у меня щечка, братан. У меня получился крученый. Щечкой, щечкой. Да. Вот опять. Опять крученый. Смотри, два давай, раза, нападай, нападай. Братан, нападай. Два раза крученый. Роман, нападай. Хорошо. Да что ты делаешь? Ну так же нечестно. Я только начал нападать. Роман. Да. Ах ты где? Ах,
Роман, пас. Кому? Равшану? Да. Проходите, проходите. У нас будет тренировка, завтра матч. А мы не... Не, у него 54 будет, у меня 50. У меня 50. Я лучше меньше. Мишута, ты сколько класс выдашь? Смотрите, обратно закинешь эту коробку. Показывай. Ну, по поводу учебы. Ну, учеба не особо. Вау! Конечно, знаю. Ты сегодня просто улюбил. Спасибо, Королёв. Вообще, это тоже неплохо. Это жареный персик просто. А ты в школе как учился? Так себе. Да. У меня не было интереса к учебе. Но да? Был интерес к комедии. Комедии? Да. Дай бог, чтобы брат позитив продлевал бы людям. ТНТ. Это сейчас серьезно. А было ТНТ? Он с 2005-го. Comedy Club. Это персик, ты что, тупой? ТНТ, ну... Я самые что? Ранние годы. Да, вот согласись бы, Королёв, вот персик... Да блин, нет. Ребят, ну... Бро, в 2010 году я был в 10 классе. А я в детском садике. Все хорошо. У меня было 6 лет, тебе сколько было? 10 класс, 17. 17? Ну да. Все, мы с тобой команда. Нет, 16 было. 16? Да. А мне в 2020 было 16, прикинь? Все. Мы с тобой совпадаем. Да. Ты кто по гороскопу? По гороскопу кто? Я задал тебе конкретный вопрос. Я вор. Вор? Да. Пошел вон отсюда. Хорош! Хорошо было. Хорошо. У вас единственный экземпляр футболки, помню. Пойдемте на кассу, подойдем, как я скажу. Что? Единственный экземпляр футболки помят? Подойдите, пожалуйста, на кассу. Я только что там была, с администратором поговорила. Она дала мальчик, который подошел к вам и сказал, что вы освободитесь и отпарите футболку. А, нет, тогда мы с вами... Фантастическая хуйня сейчас. Да, понятно, у вас вещевой магазин. Приведите в товарный вид футболку, чтобы она была просто выглажена, и все. В чем вопрос? Два раза пройтись утюгом, не мои обязанности. Ребят, вы такое впечатление, как будто с космоса. Пойдемте на нас. Я с космоса, если что, вдруг. Я лунтик, жесть. Как она задушила его. Бля, брат, я испугался. Ребята, в моменте холодный пот пил. Надо футболку не покупать. Знаешь, когда мама говорит, типа, иди кушать, а потом говорит, иди кушать. Вот мы вот так можем сейчас с друзьями встать, а вы вот так можете держать просто телефон? Да, да. У нас это для вот. Фотки. Вставайте, просто надо что-то нажимать? Не, просто не, держите вот так. Там запись идет. О. Видно? Все, спасибо. Все, спасибо. Видишь, какой я умный. Пожалуйста. Я после понял того, что было. Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.